Сейчас бы я хотел пригласить Семена Кавлущенко. Семен, вы где? Я вас не вижу. Семен. Это директор криптовалютной биржи Kuna Exchange. Кстати, Kuna — это один из украинских проектов, открытый господином Чебаняном, если не ошибаюсь, да? Да-да, все верно. Мишей. Наш хороший друг старый, да. Вы нам расскажете сегодня о развитии площадки в B2B-платформу. Если честно, я ничего не понял. Но я думаю, из вашего выступления сейчас всем это станет понятно. Из вкусного, что мне понравилось в вашем последнем новостном фоне, что наконец-то вы в листинг включили токен D-Market. Друзья, кто из вас Dream, играет... Dream, не D-Market, Dream. Dream, извини, пожалуйста, Dream. Это проект. Да, проект. D-Market, Dream. Да, токен Dream. Кто из вас играет в компьютерные игры, друзья? У кого есть дети, которые играют в компьютерные игры? О, видите, уже больше. Ну, надо понимать, что киберспорт — это будущее. То есть, мы сейчас с вами входим в такую интересную временную позицию, скажем так, да, когда мы все меньше времени проводим в реале и все больше времени проводим онлайн. Так вот, компьютерные игры — это тот самый утилизатор нашего времени и нашего внимания, который сейчас активно развивается во всем мире. Вот недавно был чемпионат по Counter-Strike, здесь даже у нас в Киеве, с призовым фондом, там, несколько миллионов долларов, да, там, если мне не изменяет память. То есть тут важно понимать, что туда вливаются деньги, туда закачивается наше внимание, и это реально будущее. Я очень признателен бирже, что они включили этот токен в свой листинг. Вам слово. Я думаю, теперь мы узнаем еще о том, как развить обычную обменную площадку в полноценный B2B бизнес. Все верно. Всем привет, меня зовут Семен. Как уже сказали, я директор криптовалютной биржи Kuna.io. Сегодня я хотел бы поговорить о том, какая проблема есть на рынке и, в принципе, как в течение нескольких лет мы пришли к тому, чтобы поменять наш вектор развития от биржи до площадки для построения микросервисов. Вы знаете, до того, как сюда идти, мне наш маркетолог настоятельно рекомендовал, чтобы я озвучил то качество, которое я больше всего ценю в людях. И вот я немножко подумал и определил для себя, что для меня таким качеством является идейность. Постараюсь сформулировать сейчас. Вот идейность для меня — это состояние мозга, когда вся его активность сконцентрирована на проработку продукта. Когда ты живешь продуктом, когда ты плохо спишь, потому что какой-то этап не готов, когда ты весь в этом. Соответственно, об этом и поговорим. О том, как мы с первой криптовалютной биржи в Украине и, скажем так, обменного сервиса превратились и превращаемся постепенно в площадку для B2B решений. Для начала о проблематике. На первых этапах, когда мы начинали, мы столкнулись с банальной проблемой. На рынке не было готовых решений, которые бы позволили бы нам закрыть часть наших потребностей на моменте стартапа. Либо такие решения были, и они были дорогими. Как известно, стартапам на первых этапах достаточно сложно купить, либо нанять квалифицированных специалистов, либо купить готовые или white label решения для того, чтобы стартануть. Либо эти решения были ненадежны, потому что дешевые, либо редко использовались. И вот этот фактор «редко использовались» я бы на нем хотел остановиться. В качестве примера могу привести вот по криптовой теме. В последнее время очень популярное использование стало AML, крипто-AML, так называемое. Это проверка происхождения криптовалюты, отслеживание транзакций, отслеживание истории кошельков, откуда приходила крипта с этого кошелька, как двигалась. Биржи, к слову, очень часто применяют данный инструмент для того, чтобы посмотреть происхождение криптовалюты, потому как фиат отследить намного легче, чем крипту. Так вот, такие сервисы можно разделить на две части. Первые с неправильным подходом и вторые с правильным подходом. Вот неправильный подход — это когда ты платишь несколько тысяч долларов за сервис, который используешь раз-два в день. Соответственно, ты вынужден как бы сделать подписку, так как формат buy to use или pay to use подразумевает, что ты сразу же оплачиваешь и пользуешься в меру своих потребностей. И такой подход ориентирован больше на B2B сектор с большим чеком, что в свою очередь ведет к потере позиции компании. И примером может служить, например, IBM там, конца 80-х, начала 90-х годов. Они достаточно тогда как бы просели на рынке, потому как не были ориентированы на масс-маркет.
Так вот, стоит ли выходить из масс-маркета? По моему мнению, нет, потому что там, в принципе, сориентирована основная денежная масса, и там больше потенциал, больше возможностей. Поэтому правильный подход – это давать возможность клиенту платить только тогда, когда ты используешь сервис. Только кликнув, только выполнив транзакцию, только получив результат там, запроса, ты платишь. То есть один запрос – один цент, условно говоря. Такой подход, когда клиент получает, платит только в том случае, когда получает сервис, позволяет вот с этой гонки за китами как бы перейти на модель ловли лосося, широко расставив сети, если такую вот провести аналогию. Касательно нас, нашей площадки, ну, о крипте я говорить не буду, думаю, что каждый здесь уже слышал об этом, вероятнее всего, каждый уже там покупал, продавал криптовалюту. Я бы хотел поговорить в целом об общем проблеме, с которой сталкивается, или потребностями, с которыми сталкивается сегодняшний бизнес. Для того, чтобы на первом этапе развернуть свой продукт, нужна достаточно большая команда. Разработчики, тестировщики, аналитики, не говоря уже там о бухгалтерах, саппорте, маркетологе и так далее. Поэтому очень популярно на сегодняшний день использовать какие-то решения, которые закрывают часть этих потребностей. Это может быть либо аутсорс, либо использование каких-то сервисов. Ну, достаточно такой спорный слайд, но смысл его в следующем, что иногда на нише выгоды стоит не забывать об аутсорсе не как человеческого ресурса, а как закрытие какой-то части своего продукта, то есть там финансовый движок, техническая реализация, маркетинг. Поэтому иногда и очень часто смотрят все в сторону использования сервисов, которые в режиме онлайн закрывают ту или иную потребность. В нашем случае биржа обеспечивает гибкую систему осуществления оплат, транзакций, каких-то взаимоотношений. Но отмечу еще раз, что мы уходим от модели, когда биржа воспринимается только как сервис обмена. Сервис обмена между физическими лицами, либо сервис, который использует малый и средний бизнес для построения транзакционной какой-то модели. Мы сейчас развиваем нашу площадку с целью обеспечения различных потребностей, и о них я расскажу немножко дальше. Во-первых, о нашем подходе. Я уже говорил о правильном подходе. Это то, когда ты платишь только в случае получения. То есть в нашем случае с биржей можно интегрироваться по API, выполняя успешный запрос и получая там обмен, отправляя транзакции, только в этом случае клиент платит. Нету никаких подписок. Подписка у нас есть в другом виде, то есть если человек активно торгует, активно использует сервис, есть возможность приобретения так называемого там PRO-аккаунта, VIP-аккаунта, который минимизирует косты, минимизирует фи. Теперь немножко о наших продуктах, и тогда как бы будет более картина, в принципе, почему я позиционирую сейчас биржу и в целом похожие продукты как площадки для построения других бизнесов. Первое – это биржа в целом. То есть биржа – это место, где физические лица, иногда компании, обмениваются какими-то активами. Соответственно, биржу можно использовать как движок для обменных операций. Второе – это API, API. Все знают, что такое API, но важно понимать, какие возможности дает данный инструмент. Он дает следующее, то есть большинство бизнес-процессов можно автоматизировать и уменьшить, скажем так, человеческий ресурс с помощью интеграции по API к тому или иному сервису. В нашем случае мы выпустили уже третью версию API, и если сравнивать, скажем так, то, что было в 2016 году и сейчас, это как, не знаю, первобытного человека сравнить с нами, со всеми нами. То есть оно более технологично, более функционально, и самое главное, мы старались сделать его унифицированным. Это очень важно, потому что, как ни странно, на рынке каждый делает под себя свою документацию, нету одного какого-то унифицированного вида, который бы придерживались все.
Но несмотря на это, мы ориентировались на крупные биржи и сделали все максимально для того, чтобы разработчик мог с наименьшими затратами времени интегрироваться к нашей площадке. Теперь о реальных продуктах. Первое — это куна-коды. Фактически куна-код — это инструмент, который позволяет выполнять денежные обмены, передачу средств внутри биржи. Но на этом ограничений нет, так как, в принципе, код может существовать и за пределами биржи. Его сейчас активно используют обменки, его используют для OTC-сделок, внебиржевой каких-то торговли, либо взаимоотношений. Коды — это не новое. Кто знает BTCE коды и, в принципе, биржу, которая, к сожалению, уже закончила свою деятельность, но суть не в этом, все помнят это. Но мы не стали просто копировать. Мы посмотрели, оценили функциональность и для чего может быть интересный данный продукт. Мы его функционально, так сказать, проапгрейдили, он стал более безопасный, более функциональный, более надежный. Всем известно, как бы, что на рынке, в принципе, выживает либо тот, кто дешевле, либо тот, кто более функциональный и технологичнее. В данном случае мы смогли обеспечить и то, и другое. По применению код по функциональности можно выпустить на конкретный KunaID. То есть каждый юзер в системе имеет свой идентификатор, и код может выпущен быть на него. Что это дает? Уже рабочая схема, когда код, есть вероятность того, что код будет скомпрометирован, не знаю, он передается на почту, он передается в SMS, то есть теоретически может быть перехвачен. Но вот это вот функционал выпуска кода на конкретный ID позволяет в случае утраты кода обеспечить его сохранность, так как активировать код может только тот, на кого он выпущен. Вообще, на первом этапе запуска данного функционала мы сделали такой своеобразный вызов. Об этом там писали СМИ, там в соцсетях очень активно обсуждали. Мы сделали код на 100 тысяч USDT. Ну, это, грубо говоря, криптодоллар, тезер. Мы сделали этот код и выложили в сеть в открытом виде. То есть теоретически как бы он был на конкретный технический KunaID, но взломав его, можно было бы получить 100 тысяч долларов. К счастью, как бы этого не случилось. Ну и в принципе надежность данного инструмента там практически на 99% исключает возможность взлома, потому как если взломать сам функционал, то значит ты взломал всю биржу. И тогда тебе не интересно взламывать код, а ты можешь, грубо говоря, всю биржу как бы использовать для своей там хакерской атаки и вывести вообще все средства. Также в кодах очень важно, мы проработали один кейс. Мы общались с B2B-сегментом, с обменными пунктами, вот, с площадками по обмену, и выявили следующую потребность. Очень часто, во-первых, когда человек приходит на сделку, допустим, хочет купить криптовалюту, приходит в офис к обменке, он приходит, выполняет транзакцию, ждут все несколько подтверждений, это от 20 до часу. После этого там получает средства, уходит. То есть очень долго, не всем это нравится, ожидания, тем более, когда с деньгами связано, люди там иногда боятся. И коды позволяют сразу выполнить сделку. То есть ты пришел на сделку, ты передал код, код активировала другая сторона, тебе отдала средства. Так вот, для того, чтобы предотвратить случай, когда я отдал код, получил деньги, приехал домой, этот код активировал, то мы сделали следующий функционал. Возможность холда кода на определенный промежуток времени. То есть я выпустил код, в течение получаса только тот, на кого я создал, может его активировать. Тем самым такая банальная штука закрыла потребность реально обменок. Финансовое ядро. Здесь тоже очень интересный кейс. То есть, в принципе, для того, чтобы принимать, отправлять в каком-то платежном методе или в платежной системе платежи, нужно интегрироваться с ней. Это отдельная API-документация, это отдельная интеграция. Подключившись к бирже, открывается возможность приема отправки всех методов фиатных, криптовых, которые есть на бирже. То есть вот эти все десятки интеграций с платежными системами доступны сразу по одной интеграции с биржей. Это очень важно, потому как позволяет как конструктор создать свой сервис, либо там обменку. Следующий шаг – это использование биржи не как сервиса, связанный с криптовалютой. Уже сейчас есть несколько проектов, которые используют биржу просто для приема и отправки фиата. То есть такой себе процессинг фиатных средств. Еще одним, скажем так, плюсом является использование биржи как процессинг крипты, потому как
Очень сложно развернуть свою мультивалютную криптовую сеть приема отправки платежей, генерирования кошельков, потому что каждая криптовалюта — это сервер. Сервер, на который нужно как бы развернуть свою ноду. Ее нужно поддерживать, обновлять, обеспечивать безопасность, хранить приватные ключи и тому подобное. Биржа же позволяет, подключившись по API, опять же, генерировать кошельки, делать отправку, прием средств, и безопасность все закрывает собой. То есть для того, чтобы, скажем, просто запустить криптовалютный мультикошелек, достаточно синтегрироваться с биржей и просто как бы использовать ее как вот этот криптодвижок. И локальные фиаты. Локальные фиаты — это, в принципе, наше такое глобальное, скажем, roadmap направление. То есть наш вектор ориентирован не на покорение, скажем, классического рынка, там, торговли с долларом, евро или юанем. Мы ориентированы больше на то, чтобы заходить в страны и запускать локальные валюты. То есть это в ближайшем будущем это будет лари, это будет тенге, это будет драм. То есть локальные рынки, которые дадут возможность для малого среднего бизнеса и для физических лиц, для e-commerce. То есть вот эти вот все безналичные платежи внутри локальной валюты мы сможем как бы открыть возможность для локального рынка и рынка крипты. Так, финалочка. А, кстати, да, об идейности, о которой я говорил в самом начале. К чему это все рассказывал. Я вам отвечу. Если бы не было в нашей команде вот тех самых идейных людей, то не было бы этих продуктов. Не было бы инноваций, не было бы никакой разработки. И в целом, возможно, мы бы не пришли к тому и не двигались бы дальше. Я настоятельно рекомендую всем вот научиться слушать. Слушать себя, слушать своих коллег, родственников, слушать просто людей на улице. Потому как никогда не знаешь, когда и от кого придет вот та самая идея, которая может изменить тебя, изменить твой продукт, либо изменить, не знаю, мир в целом. В принципе, все, спасибо. Если есть вопросы, буду рад ответить. Спасибо, Семен. Я извиняюсь за такой рекламный, как мне показалось, доклад. Мы все-таки хотели услышать чуть-чуть там все-таки про B2B-платформу и про превращение магическое в нее. Возможно, мне не удалось донести, что как бы мы переориентировались, и вот весь как бы сейчас рынок, в принципе, замечается тенденция, когда с классической той модели, которую там каждый представлял себе работы, идет расширение на то, чтобы не просто решать одну проблему, а давать возможность людям, используя платформу, решать проблемы других людей. Хотите сесть на трафик, все понятно. Может быть. Друзья, вопросы, пожалуйста. Есть вопрос, микрофон, пожалуйста. Отлично. Тогда, если вы не против, у меня есть парочка вопросов. Я вас не могу просто со сцены без вопросов отпустить. Я только за. Куна, как и все остальные биржи, является, по сути, централизованной биржей. То есть, по сути, когда я регистрируюсь на Куне и делаю некую финансовую операцию, я контроль над своими средствами, в том числе и криптовалютными, доверяю вам. То есть я отдаю вам приватные ключи, да, если говорить уже технически верными терминами. Как вы считаете, я понимаю, что, может быть, это будет провокационный, понимая вашу позицию, которую вы занимаете как CEO-компании централизованной биржи, но мне было бы интересно все-таки ваше мнение как профессионала. Как вы считаете, как скоро и произойдет ли это замещение все-таки атомарными свопами и децентрализованными продуктами централизованных бирж? Как вы для себя оцениваете эти риски? Готовитесь ли вы к ним? Это первый вопрос. И второй будет связан с токен-провайдером. Планируете ли вы запускать полноценного токен-провайдера на базе вашей платформы и запускать токенизированные активы? Пожалуйста. Так, к первому вопросу, да, по моему мнению, в принципе, тенденция такая, что все постепенно будет переходить на DEX и на децентрализованные эксченджи, потому как хранение чужих средств — это и риски для биржи, и недоверие пользователя с точки зрения хранения его активов. А учитывая последние там новостные фоны, там, когда взломали там крупную биржу Binance, когда там у Bitfinex они все обеспечено, многие задумываются все чаще. К сожалению, пока что, если рассматривать, да, там объемы торговых пользователей, которые зарегистрированы на локальных биржах и децентрализированных, они существенно сейчас изменяются. Но
по моему мнению, как вы говорите, это профессионал. Да, то все идет к тому, что в принципе локальные биржи вымрут. И я говорю это как бы с полным осознанием того, как, скажем, сотрудник локальной централизированной биржи. Но несмотря на это, мы в том числе ведем уже разработку того, чтобы подготавливать платформу к вот этому децентрализации. Да. И если вы заметили, то многие крупные биржи уже запустили децентрализованные площадки. В принципе, очень такой идеальный кейс — это запуск своей децентрализированной платформы на своем токене, когда там все движения... Я ждал, что вы это скажете. Да. Ну, то есть в этом направлении мы идем. Поэтому вторая часть вопроса. Будет ли токен Куна и будет ли токен-провайдер на базе вашей платформы? Поэтому да. Но как скоро, на самом деле децентрализированно все реализовать намного сложнее, чем вот просто локальную биржу поднять. Хотя и здесь свои риски, особенно с безопасностью, с хранением средств. Вообще, в принципе, все, что связано с деньгами, с хранением денег, оно очень такое тонкое и нужно в первую очередь... Ну, у нас как бы основная разработка ведется больше на безопасность. Второе — это уже функциональность. Поэтому мы, скажем, последние полгода, не знаю, если кто-то отслеживает, немножко замедлились. И потому как закрывали вопросы внутрянки. И вот только последние месяцы мы начали выпускать уже новые какие-то решения, продукты, потому что готовы уже технологично внутри движка. Спасибо. И вопрос, наверное, в зал, который тоже вам будет очень полезно получить ответ от релевантной публики. Кто-нибудь из вас пользуется биржами? Поднимите руку. Ну вот процентов 10-12, наверное, видите, ваших клиентов. Если не скромный вопрос, и вы готовы на него ответить, а именно услугами украинских бирж пользуетесь ли вы? О, то есть еще не, заметь, даже больше пользуются украинскими локальными, чем зарубежными децентрализованными. Ну, мы не будем говорить, какой конкретно, но я думаю, надо, и так, да, с высокой долей вероятности понятно, какой биржей локальной, скорее всего, наши клиенты я пользуются. Я очень надеюсь, да, что понятно. Семен, огромное спасибо вам за ваш доклад. Друзья, давайте поаплодируем Семену. Всем спасибо. Да, если возникнут какие-то вопросы после, буду рад ответить.